Президент Республики Казахстан дал поручение, чтобы на этом месте разбить парк, то есть для жителей города Алматы. То есть мы с интересом, то есть группа архитекторов наши собрались, и мы решили сделать наше видение, наше предложение. То есть это просто неофициальный проект, он еще не согласован. Вокруг Акимата у нас здесь есть зеленые территории, зеленые парки, но они, к сожалению, они не притягивают сюда людей. То есть какие-то должны быть точки притяжения. Мы решили сделать здесь точки притяжения для семей, для различных творческих каких-то союзов, компаний и, в принципе, для отдыха горожан. В нашем парке было 4 идеи, то есть мы предложили. Одна из идей это было первое, оставить как бы контур здания резиденции, то есть в плане, чтобы у нас остался в планировке как бы дань и уважение этому зданию, то, что здесь было раньше здание, и по периметру засадить зелеными красивыми елями и соснами. То есть это как бы подчеркивало, что это как бы здание, форма здания, но это было зеленый, экологичный такой объект. В центре мы хотели бы разместить такой многофункциональный, легкий, недорогой именно музей. То есть это не капитальное строительство, а такие легкие, стеклянные, такие геодезические купола. То есть там бы мы разместили музей, то есть для людей, для каких-то творческих профессий. И по территории мы еще предложили различные такие геодезические купола. Это детский центр там мы хотели разместить, различные союзы, то есть художников, то есть, может быть, какие-то, чтобы встречи они организовывали. И, естественно, то есть это территорию максимально благоустроить, ее больше озеленить и ввести сюда больше жизни. За фондом первого президента у нас есть парк зеленый. Возле Акимата у нас тоже есть зеленый парк, то есть и мы хотели объединить их, то есть свести здесь в одной точке и сделать место притяжения. То есть мы даже придумали разные названия, то есть одно из названий может быть парк единства.